Всем привет, ребята. Ну что, сегодня у нас очередной роллинг. Сделаю фаст роллинг, последний аккаунт на сегодня. В общем, роллим под коллекционера, роллим быстро, без шума, без пыли. Выбиваем имба героев, все как обычно. Трата, Коля. Смотрим на аккаунт, что на нем есть. Бездонатный аккаунт, накопленные самики, отлично. Так, находится он не в гильдии, ни в какой гильдии он не находится. В общем, у нас быстрый фаст роллинг. Сейчас только глянем, каких героев ему не хватает. Так, заклинательница, Тесса, Трифит, Командора, Феникс, Риббит, Асура, Ронин. В общем, все как обычно. Так, отлично, поехали. Поехали. Прямо быстренько, спокойно за ролем. 50к накопленных. Ниндзик. Череп. Хранитель. Бог Рома. Ролю как себе. Быстрый фаст. Атлант. Ну, такое себе. Леди Лео. Кстати, у многих Леди Лео сегодня не было. Вот она выпала. Нереально сложно что-то многим выбить ее или что, я не знаю. Вроде старенький герой. Сердцеедка. Ниндзя. Имка. Так. Это все круто. Где имба герои? Вот где они? Кенди. Просто жесть, ребят. Седна. Ну что такое седна, когда у тебя там нифига толком не выпадает? Вот я не знаю, что-то ворожай через аккаунт как-то падает. Кому-то вообще падает просто, блин, то, что не надо уже ему, а его ну сыпет, сыпет, сыпет. А кому-то нифига не падает. Вот я не могу понять, как так. Но это реально дикий рогатка, отлично. Это радует. Так, смотрим. Капитан Рогатка у нас уже есть. Блин, Ронина Асурика было бы неплохо. Ну, Рогаточка, это уже хорошо. Не знаю, что там у нас по слизням получается. Надо будет как-то заснять, знаете, вот быстрый роллинг и обычный роллинг параллельно. Ну или так не получится, конечно, но как-то надо подумать. На втором компе запустить вторую трансляцию. Так. Короче, такое. 12-15, вообще печально. Вообще печалька. Собрать. Да уж. Ну, что маемо-то маемо. Такой вот быстрый у нас роллинг. Давайте откроем еще. Еще откроем сетик самоуничтожения. Какой же нам сет выпадет? У самоуничтожения. Так, третья карта. Бум. Бигфут. Ну, блин, Бигфут у него есть. Где он ее взял, ту третью карту? Есть, отлично. Ну, вот это вот было эпичненько. Вот то, ради чего... Можно было и ролить 50к. У него наконец-то есть Ронин. И есть рогаточка. Вот Ронин, я думаю, для битвы гильдий. Еще ему талантик словит. И будет огонь. Луки у него есть. О, есть коробки. Давайте попробуем коробки пооткрывать. Может, тут хоть что-то зайдет интересное. Такс. Бум. Просто, блядь, изи, батька ролит. Нет слов, ребят. Ну чё, поздравляю. Заменить. И
теперь у него не будет проблем с битвой гильдий. Он зайдет такой и опа, а он уже 8-8. Охуеть. Посмотрите, как повезло. Быстрый фаст троллинг. Да, мы не выбили там кучу героев. Мы выбили два героя, зато одному уже выбили талант. Второй выпал вообще с выживанием пятым. Что тут сказать? Читерство. Так, ну давайте еще паролим. Зачем ему столько коробок? Так, СУ. Там можно на какого-то допа скинуть. Пару коробочек откроем. Так, смерть. Оживо, отлично. Так. Что у него по оживе? Вариантик. С огненкой. Печально, печально. Бигфут. Да, с талантами у него, конечно. Нехти. Это дерево, но дерево у него ремочное, в принципе. Блин, у него как-то так стоят ремки эти все. Непонятно. То чувство, когда не знаешь, кому поставить оживу. Я бы, наверное, Трианту поставил. Наверное, я так и сделаю. Зачем ему? Пусть будет лучше вот так на будущее. Так, ну давайте еще одну коробочку. Оу, огненько. Оу, Майк. Ну, я думаю, это можно сюда поставить. Отлично. Так, что там мы еще получили в итоге? Ничего себе, 720 самов. И поехали. Поехали, попробуем сейчас. Надо слить героев. Может, за 450 нам выпадет имба, если повезет. Кстати, вот я заметил, кнопочка выхода не всегда срабатывает. Вот дырочный, можно Атлантиком проходить. Такс. Ну, для этого у него уже рунка будет. Для таких остановочек. Так, самика у нас больше нету. К сожалению, нету. В принципе, у нас 927. Окей, поехали. Чё, давайте на 150. Так, кристаллический. Панда. Королева, оборотень и наемный убийца. Ну, практически выбили всех синих героев. Ну так, Рэд с выгодой, выращивай бинго. Затрату мы все забрали. В общем, такой вот роллинг, вроде и фаст роллинг, но в принципе мне понравилось, что мы быстро проролили. Да, мы не выбили там кучу имба героев на 50к, точнее, мы вообще ни хрена толком не выбили, но мы получили Ронина и мы получили рогаточку. Вот это, в принципе, крупчик. Ой, отлично, у него еще и не было донатных героев. Огонь.
Поздравляю с недостающими. Все, пишите комменты, подписывайтесь, конкурсы, лайки, репостики, все дела, все как всегда. Всем удачи, всем пока, даже зарифмовал.